Первый президент Казахстана по телефону с президентом Узбекистана обсудил беспрецедентную ситуацию в мире, связанную с пандемией коронавируса. Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев выразили взаимную поддержку мерам по преодолению глобального эпидемиологического бедствия. В разговоре были затронуты и вопросы взаимного сотрудничества и региональной повестки. Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев также поздравили друг друга с наступающим Наурызом. Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.